Привет! Счастливчики из сегодняшней подборки буквально поймали удачу за хвост. Ты уже готова ей поделиться? Смотри до конца, чтобы ничего не упустить, и поехали! Чем неожиданнее проявление удачи, тем она приятнее. So, what do you think? So nice! Baby, you were this close to being single! Отклонить вправо, если не уверен в своем запасе везения. Сильно удивимся, если после такого он не подумал о смене профессии. Чехарда на гоночной трассе – идея так себе, но в этот раз она сыграла водителю на руку. Одинаковая энергия. Если у нас сердце замирает при виде этих кадров, представь, каково было дайверу. Perfect, there you go. Just straight, no, no, straight, straight. Okay, you're good, you're good, you're good, you're good, you're good. Okay. Oh my God, you're good, you're good. Остается надеяться, удача поможет ему потом выбраться из салона так же филигранно. Еще не ясно, что впечатляет больше. Этот футбольный финт? Или этот трикшот. Сама судьба подкинула ему мощного адреналинового допинга. С меткостью у приятеля и так все в порядке. Повезло ему именно с профессором. Иногда мы так быстро отчаиваемся, что даже не подозреваем, как нам повезло. Oh. No, no! Oh.
Сзади BMW, так что на больший интервал можно было и не рассчитывать. You can't make this stuff up. Oh my God! Фортуна или навык проезжать под шлагбаумом в последний момент, как думаешь? Thought it was trash, but it's just full bags of candy. Чуваку, конечно, несказанно повезло, но явно не больше, чем его дантисту. Угадаешь страну по Bottle Cup Challenge? Тем, кто считает гольф унылым занятием, просто еще не везло так, как этому парню. Недостаток удачи порой можно компенсировать паучьим чутьем. Или реакции мангуста. Счастливчик, который по технике паркура превзошел самого маэстро. Паркур! У этого трюка есть еще зимний вариант. Самый эффектный дуплет, что вы видели. Нет ощущения, что дерево ждало, пока все проедут. Thank you.
Спасти наш обед сегодня тоже помогло практически чудо. Imagine if I was like so scared on a zip line that I pass out falling down it. Ooh, oh, he's a tree. Oh. Oh. На этом все. Ставь лайк, если улыбнулся сегодня, чтобы Фортуна сделала то же самое в ответ. Рассказывай свои истории о невероятном везении в комментариях и до скорого. Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра!